Здравствуйте. Добро пожаловать на третий уровень Dusk. И он один из самых атмосферных в игре. Да. Собственно, возьмем здесь пистолет. И пройдем вот туда вот к кладбищу. За вот этой вот гробницей переключатель, который открывает здесь проход. Здесь лежит супер дробовик. И я сейчас поднимусь наверх. И хочу немного пострадать бездельем, пока вы проникаетесь местной атмосферой и музыкой, что немаловажно. Музыка здесь прекрасна. Прекрасный саундтрек для барбекю на кладбище не находите, но тем не менее. Используя желтый ключ, мы можем зайти сюда. Так, и далее нам нужно спрыгнуть вот эту вот дыру. Берем эту канистру, кидаем вон в ту стену, чтобы открыть секрет. И спускаемся ниже. Итак, здесь можно немножко повеселиться. Еще вот эту бочку взять, и как только я возьму вот этот автомат из этой двери, побегут мыши. И да, немногие из них сгорели, как я рассчитывал, но тем не менее. Выпьем же за их здоровье. Еще муж. Итак, еще бахнем. Помимо всего прочего, здесь есть мыло по какой-то причине. Мы его возьмем. Хочу с ним показать один трюк в конце уровня. А пока мы возьмем вот эту канистру, понесем вот сюда секрету, который будет полезен для спидранеров, потому что здесь мы можем найти синий ключ гораздо раньше, чем положено, но также насладиться видом. Да. Итак, можно еще немножко бахнуть. Это я зря. Ну ладно. Справимся. Нет ничего опаснее, чем пьяница с мылом. Или нет? Ну ладно. Тем не менее, вот эту стену можно открыть. Здесь также секрет с боеприпасами. И мы можем использовать синий ключ и пройти сюда гораздо раньше. И пропустить таким образом примерно треть уровня. Но мы так не будем делать, возьмем красный ключ и сделаем это как задумано. Все равно мы сюда вернемся. Так, ну а мыло здесь полежит. Поднимаемся сюда, в этот резервуар. С его помощью выплываем. Или всплываем. Кому как удобно. Здесь три оленя. Ну, используя красный ключ, мы открываем эти ворота. И можем пройти уже к этому ангару. Неплохой выстрел. Такое. Какое-то пугало прочное сегодня. Ну да ладно. Берем второй дробовик и открываем дверь, чтобы зайти в ангар. Правильно? О нет, это ловушка. А, ну да. А, кстати, мне напоминает чем-то Е1М2, по-моему, из первого дума. Не так же наверху вот импы были. Открываешь здесь, вот два прохода появляются. О, есть хвосты. Ну да ладно. Тем не менее. Прыгаем сюда. Здесь три чувака с бензопилами.
Здесь же мы взяли синий ключ, где положено. И мы можем выйти из ангара. Здесь. Сейчас перехвачу канистру. Чтобы закинуть ее вот у этих ребят. Ну и далее достреливаем их. Отлично. Здесь можно взять... А, еще... Если нужно, можно запрыгнуть сюда за патронами. Это не секрет, но полезно. И с помощью вот этого отверстия мы попадаем обратно в подземелье. Буквально в то место, где было куча мышей. Но аккуратно, здесь справа откроется стена вот с ними. И теперь мы можем легально пройти через синюю дверь. Так, вот здесь мышиный хвост. И также вот это вот, через эту штуку можно пройти, короче. Вот. И идем сюда. Расстреливаем тут ребят. Здесь всякие вкусняшки еще есть. Броня нам не особо нужна. Берем здесь здоровье. Подбираем мыло. Идем вот сюда. И кинем его вон туда вот, например. Здесь будет обычный босс для игр. Ну, который, знаете, стреляй, пока он не умрет. Его можно действительно застрелить. Нажмем вот этот. Потому что дверь открывается долго. И если мы возьмем мыло и кинем прямо в него, а мы сразу его убьем. Там кто-то расстроился. Ну ничего. Выпьем же. Здоровье крокодильчика. Да, собственно, с помощью мыла можно одним ударом, так сказать, одним броском бить боссов. Тем не менее, у нас на месте. И это я сейчас мышкой не двигаю, его действительно так колбасит, когда он перепьет. Ну ничего страшного. Просто выходим с уровня. Мне кажется, этот уровень может быть прям вот такой вот вступительной визитной карточкой для этой игры, потому что та атмосфера, та музыка, вообще те бои, вот, которые здесь вот присутствуют, это просто прекрасно. Ну и да, вот эта вот маленькая фишечка с... мылом. Если вы сможете его пронести до босса, то не будет ничего проще, чем просто кинуть в него этот кусок мыла и убить таким образом. Да? Такой вот он даст. Собственно, будем проходить его и дальше. И спасибо за просмотр, и всего доброго.